Вчера сегодня решали судьбу Сергея Зайцева. Районный совет депутатов рассматривал вопрос о его досрочной отставке. Народные избранники собрались на внеочередную сессию. Это потребовалось по решению суда. Иск выиграла районная прокуратура, которая добивается снятия Сергея Зайцева с должности в связи с тем, что он был осужден за халатность по делу о массовых пожарах 2015 года. Ранее райсовет уже игнорировал обращение надзорников и не стал отправлять главу в отставку. Именно поэтому прокуратура добилась отдельного судебного производства. Но за два дня до решающего собрания депутатов Сергей Зайцев ушел в отпуск до сентября. А по Трудовому кодексу в такой период человека увольнять нельзя. Таким образом, райсовет рассмотрит вопрос о досрочной отставке после выхода с каникул осенью. И вот как прокомментировали принятое решение обе стороны. У нас состав депутатов очень серьезный. Вы только посмотрите по списку, практически 100% высшее образование. Это все состоявшиеся люди. Это у них свое состоявшееся мнение. Это не мое личное мнение. Это депутаты проголосовали еще раз. Они выразили свою поддержку главе своему. Могу сказать, что это решение на совести Совета депутатов, поскольку это компетентный уполномоченный орган для рассмотрения данного вопроса. Мы же свою оценку дадим после получения решения суда уже на руки. Всесторонне и полно дадим ему правовую оценку.